С вами Милана Смицкая. Давайте рассмотрим вот такой узор. Смотрите, так узор смотрится с лицевой стороны. Вот так с изнаночной. Узор формируется по изнанке, хвостик слева. На данный узор мы набираем такое количество петель, чтобы было кратно 2 плюс 1 петля для симметрии плюс 2 кромочные. Смотрите, вот такой узор. Узор очень простой в исполнении. Давайте приступим. Первый ряд. Кромочную снимаем и после кромочной 1 лицевая петля, накид и петлю снимаем, не провязывая нить за работой, получается у нас. Все, и так повторяем до конца ряда. Лицевая петля, накид, петлю сняли, нить за работой. Вот так. И повторяем. Лицевая, накид, петлю сняли, нить за работой. Можно сразу вот так снимать вместе с накидом. Смотрите, вот так. Лицевая, кромочная. Второй ряд. Кромочную снимаем и после кромочной вяжем. 1 лицевая, не смотрим, что она изнаночная. 2 вместе лицевой за заднюю стенку. И так чередуем, повторяя до конца ряда. Лицевая, 2 вместе лицевой за заднюю стенку. И вот получается вот такой эффект. Видите, вот такой рубчик. Лицевая, 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Очень простой узор, но смотрится эффектно. Две вместе лицевой за заднюю стенку и в конце второго ряда перед кромочной 1 лицевая петля, петля симметрии и кромочная. Все, узор повторяем с первого по второй ряд. И вот такой симпатичный у нас получается эффект. Видите? Надеюсь, данное видео было полезным. Спасибо за внимание. До новых встреч!